Напомним, установку памятной композиции инициировали родители погибших и пострадавших спортсменов. С ними согласовывали проект, предложенный архитекторами. Скульптуру с барельефами фигур спортсменов решили установить возле постоянного места занятия акробатов – Дворца спорта «Сибиряк». Буквально час назад состоялась приемка памятника. Горожане уже приносят к нему цветы и игрушки. Нашей съемочной группе удалось поговорить со скульптором. Подробности в завтрашнем выпуске новостей.